Мэр Черноморска с 26-летним стажем градоначальника Валерий Хмельнюк после выборов 25 октября покинет свой пост. Нынешняя каденция для мэра-ветерана последняя. Об этом городской голова Черноморска написал на своей странице в Фейсбуке. 75-летний Хмельнюк, впервые ставший председателем еще Ильичевского городского совета в 1994 году, вспомнил о своих достижениях за 2,5 десятилетия, подчеркнул, что оставляет город преемнику без долгов, а также извинился перед жителями за нереализованные обещания и нерешенные проблемы. Напомню, Валерий Хмельнюк избирался мэром города 6 раз подряд. Последний раз в 2015 году, еще от блока Петра Порошенко.